Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Mitsumi на цоколь H7, температура свечения 4300 кельвинов. Мощность ламп 35 Вт. Поставляется вот такой вот коробочке, обычной картонной. В комплекте у нас идут лампы. Лампы в защитных колбах пластиковых, вот таких вот. Подключаются на 12 вольт с помощью вот таких вот двух проводов питания, вот эти вот, и также отдельно три коннектора, которые подключаются на блоки розжига. Блоки розжига должны быть обязательно 35-ваттные. Размер не имеет в принципе значения, могут быть вот такие вот, как в данном случае Slim, могут быть балласты побольше, главное, чтобы мощность была 35 ватт. Подключаем нашу лампу. В принципе, ничего сложного нету в подключении. Все очень быстро делается. Осталось только подключить на 12 вольт на питание. В принципе, это мы все и делаем. И лампа у нас сразу загорается. Розжиг лампы происходит в течение нескольких секунд. Набирает лампа яркость свою и заявленную мощность и температуру. В принципе, даже сейчас уже можно видеть, что лампа идет желтым оттенком немного. Это температура 4300 кельвинов. Также лампа очень яркая, поэтому обязательно после установки комплекта ксенона нужно корректировать фары, дабы не слепить встречных автомобилей. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.